100 любителей шахмат из числа народных избранников померились силами в Алматы. Здесь состоялся 5-й полуфинал открытого кубка Сената парламента «Сенат Оупен». Это последний полуфинал. Ранее отборочные туры прошли в Шымкенте, Павлодаре, Караганде и Актубе. Напомню, в открытом кубке принимают участие не только депутаты маслихатов всех созывов областей и городов республиканского значения. За черно-белой доской встретились также члены общественных советов и представители СМИ. Турнир подобного формата проводится впервые, но он вызвал к себе большой интерес. Каждый из полуфиналистов непременно настроен на победу, делятся участники. Альджан Шатаев прибыл в Алматы из Талдыкургана. Настроение, конечно, у нас на победу. Вот. Хотим команду взять первое место. Ну и хотим, чтобы наши представители, кто-то тоже попал в призеры, чтобы поехать в Астану. Ожесточенная схватка шахматистов длилась 7 часов. По результатам 9 туров были отобраны 25 игроков. Именно они и примут участие в финале «Сенат Оупен» от региона «Восток». Подобные турниры дают импульс для развития шахмат в стране, уверены организаторы. Важно то, что сегодня каждый приезжает сюда не просто побороться за какое-то место. Сегодня мы нашли очень много соратников. Мы сумели дойти в 220 маслихатов из 226. Это даст дополнительный импульс для развития этого прекрасного движения шахматы. Всего в финале встретятся порядка 200 сильнейших шахматистов. Финал пройдет в конце августа в Астане.